Первый вопрос. Проводились ли какие-либо обсуждения между представителями России, Азербайджана и Армении по вопросу создания пограничного пункта пропуска на конечной точке дороги Лачин-Ханкенди, на необходимость которого неоднократно указывалось в заявлениях ваших коллег из Баку за последние недели? Не проводились. Спасибо. Второй вопрос. В Москве ожидалась встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции, но ее отменили, как было сказано, по техническим причинам. Согласовали ли новую дату такой встречи? Если да, не могли бы вы нам ее назвать? Я могу сказать, что подготовка такой встречи идет. Как только будет завершена проработка, мы обязательно с вами поделимся всеми логистическими деталями.